пятницу вы не сможете выспаться, потому что у вас... Регион, и Черная пятница уже стала частью. Детей называют это своим полком. Более 9000 магазинов. Миллионов долларов наличными перейдут из рук в руки, начиная с этой планеты. Здесь не бывало, мы сможем. 84 часов утра, потому что всем хочется успеть. Американцев посетят магазины... Сезон гриппа начался раньше обычного. Судя по всему, неизвестная ранее форма гриппа, о которой эксперты пока не могут дать. Еще один неприятный факт. Сегодня я решила. И главным событием. В газетах опубликованы неподтвержденные сообщения. Произошедшая вспышка оспы, многократно отработанный сценарий. Силы нацгвардии. Поезда не ходят, мосты перекрыты. Вирус оспы – это реальная угроза. Унес больше жизни, чем спит и обох. Что, вакцины не хватит на всех? Позвольте вас прервать. Никаких оснований для паники. Главный город Америки находится в карантине. Грузная зеленая отрава. Центральный парк стал местом массового сохранения. Электричество, утечки газа, пожары, власть... Вновь прокатится волна грабежей. Жители Нью-Йорка умоляют всем свободным машинам. Пожар в Хьюстоне. Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо... Исправляются с ситуацией. С нами как с животными. К такому мы совсем не были готовы. Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверная. Хуже, чем мы ожидали. Мы — это секретный отряд лучших тайных агентов. Нам обращаются только в самом крайнем случае. У нас нет правил, нет инструкций. Наша цель – уберечь общество. Мы ваши коллеги. Мы ваши соседи. Или даже друзья. Но когда нас вызовут... Мы обязаны бросить все. Мы – это... Спецотряд. Активирован интеллектуальный системно-аналитический комплекс. Все системы в норме. Проверка оружия. Займите укрытие у маркера. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Проверка основного оружия завершена. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Проверка пистолета завершена.
Добро пожаловать, агент. Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда. Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна. Мы получили твои данные по ИСАКу. Иди к ближайшему опорному пункту. Там тебе выдадут полный комплект снаряжения. Агент, мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега, агент Файлау. Поговори с ней, она внутри. По всем данным, эта зона безопасна. Рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромщики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы... Это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Внимание! Выход из безопасной зоны. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты, наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду! Обнаружен пропавший груз. Вы приближаетесь к грузу. Обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Сообща поддерживают подобие порядка, чтобы все не развалилось к такой-то
Агент, эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Какого хрена? Я тебе не угрожаю. Обнаружен пропавший груз. Это они нам должны. Ха! Тут морфий нашел. К вашей позиции. Внимание, к вам приближается противник. Подтверждаю, Воробей 5 прибыл и готов действовать. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Отлично, агент, отлично. Этот морфий поможет облегчить страдания раненых.
Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Обнаружен противник. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал!